Движение в направлении поселка Красное возобновится до конца недели. Компания «Наринмарт Дорремстрой» приступила к монтажу Куйского моста. Его сняли 13 мая на время паводка. Рабочие уже приступили к отсыпке территории. Затем им предстоит установить деревянные настилы и металлические балки. Монтажные работы ведутся по установке ферм. Завтра будет настил производиться. А сейчас пока подготовительные работы, засыпка, установка этих ферм. Так что еще только начало работ, будем говорить так. Вода ушла, вся практически сюда. Все дает возможность поработать. В период распутицы жители Красного и города для переправы использовали лодки. Им работал частный перевозчик, который доставлял пассажиров на противоположный берег Куи и обратно. К концу недели автомобильное сообщение с поселком возобновится. После осмотра моста сотрудниками ГИБДД движение будет открыто.